белорусская сосновая шишка, которую я самостоятельно собираю, варю варенье. Сегодня мы в студии танца. Ты у нас наполовину бразильянка, правильно? Да, да, у меня латиноамериканские корни. Где-то там есть. Поэтому будет настоящая латина. Сегодня будет направление реггетон. Она сейчас очень популярна, очень модная. А из меня вот такого бревнышка что-нибудь получится? Получится. И не из такого бревнышка получается. Все получится, все попробуем. Вот мы сели, коленки мягкие, у нас спина прямая, да. И мы начинаем бедрами крутить направо, потом назад. Налево, вперед. Танцы – это моя мечта. Скорость вот так. Прыжки у нас на уровне груди. И раз, два, три, четыре, вверх, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, вверх, пять, шесть, семь, три. Это реггетон. Сегодня очень современный, популярный и модный танец у молодежи. Вперед, в сторону себя. Вот, и пошла. Полтора часа нужно крутить всеми частями тела. Раз, петро, пам, петро. Но это была встряска организма приличная. Но это было так весело. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Прошло только 10 минут. Ну, Марсе, ты даешь. Удовольствие всего за 10 рублей, да. Ну что, попробуем с музыкой, девчонки? Пробуем. База есть, погнали с музыкой. Попасть в эту атмосферу, в эту музыку, в эту ситуацию, я получила удовольствие. Танцуйте, друзья, танцуйте. Танцуйте, приходите к нам, и особенно такой погодой осенней. Да, из дождя, и тут такое да, жаркое, жаркое латиноамериканское лето. Солнце, да. Я... Итого танцы за 10 рублей против блюда от шеф-повара за 25 рублей. У наших героев осталась последняя попытка, чтобы все исправить. На счету у Кати 11 рублей, у Ильи 240. Посмотрим, получится ли у них потратить все эти суммы за раз и не выпасть из бюджета.